Казахстанцы стали больше тратить, утверждает наш интернет-обозреватель Айгуль Жамалова со ссылкой на сайт Ranking.kz. Почему? Спросим у нее прямо сейчас. Айгуль, спасибо, слово тебе. Арстан. Судя по статистике, это действительно так. Глядя на различные форумы и обсуждения в Казнете, люди сметают все с торговых полок. А данные вышеназванного портала только подтверждают это цифрами. Оказывается, розничные продажи одновременно выросли в 14 регионах страны и составили 578 миллиардов тенге. Это на 42 миллиарда больше, чем в прошлом году. Выяснилось, что казахстанцы в преддверии главного зимнего праздника опустошают свой карман примерно на 60 тысяч тенге. Самый высокий темп роста замечен в Жамбылской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях. Кроме того, 20%, на 20% увеличился средний чек на одного городского жителя. Лидируют в этом списке по-прежнему Алматы, Алматинская область и СКО. Другие любопытные цифры сегодня опубликовал сайт Time.kz. Данные им предоставил комитет по статистике Министерства национальной экономики страны. Там указано, что объем розничной торговли с января по октябрь этого года составил почти 5 миллиардов тенге. 54% людей предпочитают закупаться в магазинах и 46% на рынках. Причем 66% казахстанцев тратят деньги на непродовольственные товары и, соответственно, остальные 34% на продукты питания. А по количеству торговых точек лидирует Южно-Казахстанская область. Пользователи Казнета к статистическим данным отнеслись скептически. Мол, вся страна в режиме экономии, поэтому утверждать, что казахстанцы стали тратить больше денег, как минимум неправильно. Другие считают, что люди просто стараются закупиться впрок, прежде чем снова вырастут цены. Просто цены на товар повысились, наверное. Это тоже повышает статистику покупок. Люди тратят просто со страху или с дуру. Мол, гулять-то гулять. Живем один раз ведь. Вот такие цифры сегодня обсуждались в Казнете, Арстан. Надеюсь, что самые страшные опасения наших сограждан не оправдаются. И цены на продукты питания останутся на прежнем уровне. Спасибо, Айгуль.